Культурно-исторический центр «Урая» подвел итоги работы за 2021 год. Делается это не в обычном формате. Это не просто отчет с цифрами. Это награждение прежде всего читателей и посетителей учреждения, которые приходили сюда в течение минувшего года. Екатерине Куликовой 4 года, и она признана самым активным юным читателем Урайской библиотеки. В среднем каждый месяц девочка прочитывает по 10 книг. Пандемия, конечно, внесла в активный ритм жизни культурно-исторического центра свои изменения, но даже эти обстоятельства не смогли повлиять на желание специалистов работать с населением. Выставочные залы местного музея с ограничениями, но действовали. В течение 2021-го удалось провести более 50 экспозиций. Те, кто часто приходят к хранителям истории, дают положительную оценку тому, как выстроена работа учреждения. Сам музей, и нравится их обслуживание девочек. Что еще можно сказать? Что они здесь действительно профессионалы своего дела, это точно. Не только экспозиции представлены в Уральском музее, велась и исследовательская деятельность. В ней себя активно проявил Матвей Конышев, за что награжден дипломом. Юноша – постоянный участник интернет-конкурсов, конференций, творческих состязаний, социальных роликов. Исследовательский проект очень интересен тем, что ты узнаешь какие-то новые, наверное, факты о себе, и своих родственников, о своих жителях, о самом городе. Поклонники литературы временно переместились в интернет-пространство, где проходили конкурсы чтецов. Самой активной участницей признана Татьяна Плотникова. Она не представляет жизни без литературы и культурно-исторического центра. Меня удивляет, когда люди не знают, что такое КИЦ, даже в переводе. Это значит, они не знают, где находится городская библиотека, они не знают, где находится городской музей. И это очень печально. На Аллее звезд 2021 отмечены 40 урайцев, внесших вклад в развитие культуры. Все вместе, и работники культурно-исторического центра, и горожане, доказали, что Урай – один из самых читающих городов Югры. Среди муниципалитетов региона первый нефтяной по посещаемости библиотек на третьем месте. В 2021-м к хранителям книг жители города обращались более 30 тысяч раз. Елена Шамшаева, Александр Кашкин. Специально для новостей.